Здравствуйте, дорогие друзья! С вами в эфире вновь Интернет-ТВ Чикаго. Здравствуйте, Майкл! С нами Майкл Мелехов. Добрый день, Владимир! Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня хотим поговорить немножко вновь о предвидениях и предсказаниях в определенном смысле этого слова. В частности, мы хотим коснуться темы кибератак, которые непонятно были или не были на серверы республиканской партии. До сих пор это непонятно во время выборов президента США. И о том, чего же ждать в ближайшем будущем от всей этой ситуации, потому что по некоторым сведениям какие-то события могут произойти в Соединенных Штатах, как раз связанные вот уже с выбранным президентом Соединенных Штатов Америки, с Дональдом Трампом. Да, спасибо. Ну, давайте вернемся несколько назад. То есть, общаясь с достаточно большим количеством людей, которые обладают той информацией, которой не обладают многие из нас, включая меня, то есть это астрологи, это психологи, это парапсихологи, я обратил внимание на такой факт. И в частности, есть абсолютно точное документальное подтверждение о том, что еще за 2 месяца или за 3 месяца, даже до выборов, было сказано довольно известным астрологам, что могут создаться такие обстоятельства, когда выбранный президент не станет президентом. То есть, что происходит? 21 января будет инаугурация президента, и речь идет о тех событиях, предшествующих событиях, которые еще было за 2,5 месяца до самих выборов. То есть получается, что информация у кого-то была такова, что какие-то предпосылки будут. Но такого никогда не было в истории. Не только в истории выборов Соединенных Штатов Америки, но даже в истории вообще никакая страна. Не было такого, чтобы выбранный президент официальный не стал президентом, настоящим президентом. И вот я несколько дней тому назад, буквально в начале Нового года, смотрел пресс-конференцию, где Джон Маккейн обратился к 4 главам одних из самых влиятельных intelligence, это называется, агентств, которые занимаются защитой именно интернетовской защитой страны. И каждый давал свое мнение по поводу того, что была кибернетическая атака, сайбер-атак на Соединенные Штаты Америки. Угроза исходила из России. Как в Америке принято говорить, Russians, русские. Причем более того, они даже не пытались скрыть то, что это действительно атака была. Буквально вчера я беседовал с довольно известным астрологом из России. И я ему об этом, так сказать, сказал в эфире. На что он ответил: а я первый раз такое слышу. То есть получается очень интересная штука. То есть здесь у нас, в Соединенных Штатах, об этом все знают. Об этом была пресс-конференция, длилась несколько часов. И в России об этом, получается, никто не знает. Ну, естественно, этого не скроешь, естественно, где-то есть. Но, опять же, это те, кто хотят что-то посмотреть, и они получают эту информацию. Вопрос в другом, как ее трактуют. То есть, с моей точки зрения, здесь 2 момента. Первый момент, каким образом и кто за всем этим стоит, и кому это вообще все надо. То есть, получается, что где-то есть люди или силы, будем так говорить, которым надо, чтобы был тот или иной президент. А все остальное, демократия, это все это детский сад, это сказка какая-то. Это все ширма. И интересно, что ведь этого же невозможно было как бы предсказать. То есть
Но в астрологических картах претендентах и в рамках того всей страны все-таки это было сказано. Более того, дорогие друзья, вы это прямо сейчас увидите и услышите. Это действительно было сказано. Of events, huge events, life-changing events, and it's probably relative to the presidential elections which just happened in November, and then we're looking towards the transition to the new president in January, Donald Trump. So let me talk about specifically what's going on this month, because it is a very heated month with major shifts and major changes I want to talk about. So the first half of the month, I think, could be more calm, but beginning around December 11th, that's when Mars will go into Aquarius, and this is where things will start to really change. You will see anger, you will see frustration that's mounting and growing and will become quite violent. There's a lot going on in this month because Mercury will turn retrograde around on December 19th. It will be at 21 degrees of Sagittarius, which does deal with travel. And I would like to see people put their travel plans at a minimum because this month there's too much violence in the air, too much anger. Mars will conjunct K2 around Christmas Day, December 26th. This was the same conjunction. I know I'm being repetitious, but I need to remind everyone these aspects are very similar to September 11th. Of 2001. I see this month, the very end of this month, around Christmas, New Year's Eve, New Year's Day, violence. So whether it is the people turning on each other in our country due to the presidential elections, or if I see it could be a terrorist attack. But the reason why all of this is mounting and growing is because when there is all this seething anger out in the world. Каким образом эта информация воспринимается нами? Это еще следующий вопрос. То есть получается два лагеря. Один лагерь говорит, это все не то, это все неправда, а второй лагерь говорит, тут даже сомнения в этом нету. И вот завтра, 11 января, будет пресс-конференция президента, выбранного президента Дональда Трампа, как раз по этому поводу. То есть уже где-то чуть ли не впрямую говорят, что пора ему того, устраниться, самоустраниться. И будет тогда президент уже другой. Ну, там кто, Хиллари Клинтон или кто-то другой, это вопрос уже, скажем, не имеет значения. Но главное, что не будет, как бы, не должно, точнее, быть выбранного президента Дональда Трампа. Вот с моей точки зрения, здесь очень и очень серьезный какой-то конфликт, как это все происходило. Сегодня у меня была встреча с парапсихологом, с, ну, можно сказать, ясновидящей, я прямую задал вопрос ей. Как вы считаете, была ли вот эта сайбер-атака? Она говорит, не было. То есть, Дональд Трамп тоже говорит, ничего не было. Но, тем не менее, это все как бы есть, потому что совершенно официально известно о том, что китайцы не так давно тому назад сделали абсолютно то же самое и украли 20 миллионов из базы данных очень серьезных организаций, украли 20 миллионов имен со всеми титулами, со всеми подноготными. В общем, досье, короче, на 20 миллионов человек. И тогда, когда Трампу об этом начали говорить по поводу того, что это не выборы недействительные, типа, могут быть. Он сказал, а почему же никто не говорит по поводу того, что вот китайцы там 20 миллионов украли, как, а тут сразу вот почему-то якобы мне надо уйти. Вот здесь очень интересный момент и очень интересный, что будет по этому поводу после того, как состоится пресс-конференция самого Трампа. Ну вот, пока примерно вот таким образом. Понятно. То есть, мы на самом деле ожидаем завтрашней пресс-конференции, и на ней может что-то проясниться, ну и какие-то возникнуть новые предположения, особенно в свете того, о чем вы сказали, по поводу, ну, скажем так, теневого правительства. Да, но теперь про теневое правительство мы поговорим, дорогие друзья, в следующих передачах наших. Но все-таки возникает вопрос, а что будет дальше-то? Была атака, не была атака. Будет ли президент выбранный президентом действующим? Вот, есть мнение, будет. То есть, по некоторым прогнозам, по некоторым
конспиративным данным, январь месяц будет спокоен. То есть, так сказать, на каком-то фронте без перемен. Поэтому, дорогие друзья, будем жить спокойно и доживем до инаугурации. И вот такие как бы прогнозы. Ну, а мы же знаем, человек предполагает, а Бог располагает. Так что поживем, увидим. Ну что ж, нам осталось только подождать до инаугурации, до конца января. И, ну, вновь обратить внимание на эти прогнозы, которые сейчас озвучивает Майкл. Как мы знаем, периодически и были уже случаи, когда все-таки случалось. А теперь осталось посмотреть, как будет на этот раз. Да, дорогие друзья, мы, безусловно, будем продолжать эти передачи. И мы об этом поговорим, о развитии событий будем говорить в наших следующих программах. Было, не было, было, не было. Ну, вот на сегодняшний день ситуация вот такова. И сегодня вовсю вот обсуждается вопрос этой кибернетической атаки, сайбер-атак. Была, не была. И что со всем этим делать, и что и будет происходить. Ну, таким образом. Поживем, увидим. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До новых спасибо, встреч. Спасибо, до новых встреч.